с 7 по 17 апреля. Во Дворце искусства города Минска пройдет Международный пасхальный православный фестиваль «Радость». На фестивале будет работать несколько тематических и интерактивных площадок. Посетители узнают о традициях празднования Пасхи, смогут сделать подарок для близких своими руками, посетить мастер-классы и спектакли для детей, посмотреть хороший фильм и попробовать блюда в монастырской трапезной. По традиции будет работать большая ярмарка. Маленьких гостей ждут мастер-классы, новые представления театра «Батлейка», контактный зоопарк. Откроется фестиваль 7 апреля в 11:00 молебном на начало всякого доброго дела. Режим работы выставки ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход свободный. Детальная программа будет опубликована на сайте фестиваля.